Итак, всем привет! Сегодня посылочка с магазина Gearbest. Интересные вещи внутри, по крайней мере, популярные. То хлам уже немного поднадоел. Внутри у нас рестик новый, соточка. И бак Serpent от Watafo. Кстати, на сотку у меня будет скоро конкурс. У меня уже 5000 подписчиков на канале, поэтому на следующей неделе, я думаю, вот закончу конкурс на билеты на Vape Expo. И с 15-го, скорее всего, запущу конкурс на 5000 подписчиков. Там хорошие будут условия, приз будет не один, поэтому ждите следующую неделю. И обзор, наверное, тоже на сотку будет на следующей неделе. Так, смотрим, что приехало, каких цветов. Айстик у меня грей. Интересно, серых еще не было. Девайсов у меня. Сейчас посмотрим. Это черные уже поднадоели. Очень интересный мне этот бокс. Элиф начали выпускать интересные продукты. Первые стики, конечно, не сильно мне нравились. Но Айстик 62 тут мне уже понравился. И вот сотка новая мне тоже понравилась визуально. Надеюсь, и в работе тоже понравится. Ну, в руке лежит неплохо. Что-то там болтается внутри. Надо, может, разобрать. Какая-то погремушка. Это опасно. Блин, придется разбирать. Это еще замкнет где-то ненароком. Ладно. Ну, магнитики неплохие. Так, в комплекте у нас шнурок и мануальчик. Все, больше ничего нет. С этим понятно. Так, теперь Serpent. Бак на одну спираль. Тоже интересно, как он парит. Так, это что у нас? Ага, это спиралька какая-то здесь запакована. Ваточка. Это ватафошная отвертка прикольная. Ринг и два болтика. Так, мануальчик. Мануальчик. И сам бачок. Вот внешне он очень похож на баки от Мудвапа. Интересный бак, попарим, короче. Так, и, наверное, все, да, там больше ничего нету. Так, ну, вот такая посылка у меня сегодня. Ждите обзоры, новый конкурс. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, ставьте лайки. До встречи в эфире.